Потому что вот театральное ПТУ многому научит. За время вот этого ПТУ я видел совершенно прекрасные, замечательные лекции, прямо относящиеся к свету. Мне очень нравится, когда меня приглашают на ПТУ. Потому что вроде чувствуешь себя таким и умным, и хорошим, когда можно людям что-то интересное рассказывать. А вот в этот раз, конечно, все у нас подкошенное, зал пустой, темный, и нету человеческого общения. Вот. Но мы старались успеть донести как можно больше, и чтобы это было мега полезно. Ну, на самом деле, пустой зал, мы уже все-таки входим в век 21-й, идем чуть-чуть куда-нибудь к 22-му, и цифровые технологии наши все, поэтому общение как раз вот путем таких прямых эфиров, оно может быть и не так страшно. Главное, чтобы люди смотрели, люди учились, люди шли вперед и не зацикливались. Учились, 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 как завещал великий Ленин. Да, спасибо, что позвали меня как лектора. Очень приятно нашей команде работать с театральным ПТУ, потому что мы понимаем, что это очень полезное дело. И что-то мне подсказывает, да, что, в принципе, эта история о онлайн-версии театрального ПТУ, она имеет право на существование, даже когда треклятая пандемия закончится, просто потому что это очень полезно, как мне кажется, нашим региональным зрителям. Такие форматы, ну и вообще такие мероприятия нужны, безусловно. Единственное, желательно, конечно, все-таки перевести это в офлайн, чтобы мы друг друга видели, чтобы делились мнением. Вот все, что я рассказал, мне бы хотелось получить как можно больше обратной связи. Что люди думают? На что нам нужно обратить внимание? Вот такое вот пожелание.